В принципе, это мы решаем таким образом задачу, которую перед нами поставило руководство нашей страны, поскольку мы решением правительства были включены в перечень университетов, которые занимаются экспортом образовательных программ. Да? Это и в том числе мы получили сегодня предложение открыть собственные филиалы за пределами нашей страны, прежде всего это в Китае и в странах СНГ. Чем сейчас мы, в принципе, в 2019 году будем заниматься. Но здесь нужно посмотреть, что это даст нашему университету, поскольку ресурсов на все всегда не хватает. Татаринформ. 27 лет мы делаем новости. На русском и татарском языках. На любых мобильных устройствах. Новости, события, подробности.